После вот этого неудачного, незащитного подхода на Зик Авдалян, Оксана Сливенко продолжает оставаться первой, 118. И на Зик Авдалян, видите, фиксирует этот самый вес 119. Сейчас уже никакие локти не играли. Хотя, смотрите, опять один судья зажигает красный фонарь. Вот сейчас давайте посмотрим еще раз на заметном повторе, который наверняка покажут. Но я еще раз повторюсь, что, конечно же, 1 килограмм, который сейчас проигрывает Оксана Сливенко, пока до начала второго движения на Зик Авдалян лучше, чем то, что могла бы проигрывать, имея на Зик Авдалян еще дополнительный третий подход. Но мне кажется, Оксана Сливенко вполне состоявшийся атлет сама по себе, и она не нуждается в каких-либо судейских поблажках в этой ситуации. Но так было. Назик Авдалян, 119 килограммов, третьим подходом фиксирует судьи, видите, не единогласно, но 2-1 этот подход засчитывают. Непонятно. Вот сейчас мы смотрим еще раз эти подходы. Непонятно, почему судья в центре все-таки не засчитал и этот подход тоже в том числе. Ну что ж, вот после таких возмущенных взглядов представителей армянской тяжелой атлетики, давайте посмотрим таблицу итоговых результатов после первого выступления, после рывка. Здесь же, видите, рядом Эмилин Далузян, еще одна армянская штангистка, некогда чемпионка Европы. Итак, первый результат у Назика Авдалян, 119 килограммов.